здесь есть только вот такие вот печеньки и куча игроков. Они просто у нас улетают, вот как, например, этот ночит. Всем привет, с вами Слай, и сегодня мы будем драться печеньками в режиме слэпаро. И давайте же начнем. А перед началом этого ролика я хотел бы вам посоветовать канал Дримфорта. Он делает отличные обзоры модов, проходит интересные карты и радует своих подписчиков интересными конкурсами. Ссылка будет в описании. Итак, ребят, тем временем игра у нас сейчас скоро уже совсем начнется, и пока мы ждем начала игры на карте Aquantic, я сейчас вам расскажу немного правил данной игры и в чем же заключается ее смысл. А смысл данной игры заключается в том, что здесь нет никаких правил, кроме печенек. Печеньки здесь отталкивают других игроков, и прямо сейчас мы уже приступим к скидыванию других игроков в бездну. Так что, ребят, давайте будем готовы, сейчас просто первый слот берем и уже получаем нашу замечательную печеньку на отдачу 75 уровня. Вау, супер. Отличненько, ребят, в общем, пока что здесь ждем других игроков, если они выпадают просто за пределы карты, тогда они просто у нас улетают, вот как, например, этот ночь, это просто жесть. Вау, нас тоже, ребят, откинуло, и это нормально, потому что это режим слэпаро, здесь нет никаких правил, здесь есть только вот такие вот печеньки и куча игроков. Итак, пока что, ребят, мы ждем, справа у нас есть счет, и в принципе, ребят, здесь не важно, какой у вас счет, здесь в любом случае, как бы, здесь будет очень много веселья, очень много фана. И я надеюсь, вам этот режим понравится, потому что режим, как бы, общедоступный, это сервер сейчас у нас Hive MC, и вы можете тоже сюда к нам присоединиться в эту игру, возможно, меня встретите тоже на этом режиме. Пока что, пожалуйста, ребят, поставьте лайк данному режиму, если он вам очень нравится, и, скорее всего, уже совсем скоро я сниму вторую часть данного режима. Но пока что будем скидывать этих игроков печеньками на этой пока что карте. Вообще, в каждой серии я буду уже, ребят, наверное, менять карту, чтобы вам было интереснее смотреть данный режим. Ну, я буду рассказывать о некоторых фишках данной карты, то есть здесь есть несколько вот таких вот фишек, чтобы не падать, то есть здесь есть несколько таких вот очень странных укреплений для того, чтобы просто за них цепляться и в нужный момент просто сохранять свою жизнь, хотя вот ночь, например, не зацепился только что и тоже упал. Так, у нас победил пока что Киласто, и думаем, прямо сейчас перейдем уже ко второй серии. Итак, ребят, а тем временем, пока что у нас набираются игроки, мы также можем голосовать за карту, которая совсем скоро у нас будет. Пока что пишем слэш В, либо вот, и также еще пишем номер карты, которую мы хотим выбрать. Например, это будет карта Cookies. А, собственно, всего, ребят, здесь около 5 карт, и они все очень интересные. И, ребят, вы можете посмотреть их все просто примерно минут за 20 вашего времени, голосуя за какую-либо карту в самом начале сбора игроков, потому что, ребят, та карта, которая была выбрана в самом начале, обычно и становится победителем. Итак, ребят, как я уже говорю, карта Куки у нас сейчас выиграла, и игра уже начинается. 3 секунды осталось до начала, и прямо сейчас нас телепортнет на начало игры. И мы отправимся играть на карте Куки. Собственно, вот такие вот печенюшки у нас здесь располагаются, а сверху они залиты, видимо, молоком или мороженым. Это выглядит очень прикольно, и сейчас мы пока что немного изучим, ребят. Здесь у нас есть несколько таких вот островов. По идее, ребят, вы можете вот здесь вот прятаться вот в этом углу, хотя вас могут, конечно, скинуть, но это немного рискованно, но в любом случае это все-таки лучше, чем, например, здесь стоит посередине. Потому что из середины вас можно выкинуть просто куда угодно, здесь очень много игроков, кстати, в середине. Давайте пока что сами отойдем. Так, игроки у нас есть уже, мы сейчас скидываем одного из них. Одного скинули, кстати, второго, третьего. Давайте, отличненько, ребят, отлично начинаем нашу игру. Сейчас будем пока что побеждать, так, скидываем просто всех, кто здесь есть, так, отличненько. Мы, кстати, только что, ребят, спаслись вот этими бортиками. Как раз они очень интересные и очень полезные. Как я уже говорил, я, скорее всего, буду о них рассказывать в будущем. Меня почти что скинули, мы снова остались здесь уже на плаву, это очень круто. Вообще суперский просто баг, ребят, и мне очень нравится. Кстати, игрок. Ладно, он ушел наверх, я хотел его тоже скинуть, потому что он у нас остался в живых, и это было не очень честно. Так, бьем просто всех, давайте. Вау, скинули, первая наша пока что смерть, окей. 9 у нас есть пока что фрагов, это круто. Так, скидываем ночи, скидываем. Пока что сами скинулись, ладно, у нас там пока что второе место, это хорошо, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк за шейдеры, которые здесь вообще на самом деле немного должны подлагивать, но я так вот постарался, чтобы они у нас здесь не лагали и работали более-менее оптимально. Но как минимум с моим компьютером, ребят, это было немного сложно сделать, но я все-таки справился. В принципе, сейчас у меня здесь все прогружается, вся территория у нас здесь прогружена, как бы, и мы видим полностью карту. Так, сейчас будем скидывать оставшихся игроков, нам надо победить, ребят, нам надо победить. Так, скидываем девочку вот эту вот, и скидываем еще и вот эту тоже. Так, пацан синий у нас есть какой-то, вау, нас скинули с двух сторон, вау, это было жестко. Ладно, ребят, в самом начале мы побеждали, я, видимо, сейчас снова не выиграю, потому что я просто не очень понял еще здесь, как можно выигрывать очень жестко так. Но на самом деле, вот третий пацан у нас выигрывал в прошлой игре, это как-то странно, то, что он сейчас, мне кажется, снова победит, потому что я очень в него верю. Вот, не знаю, его здесь даже в лобби боялись, то есть этого пацана, видимо, уже узнают. И я, кстати, был бы очень рад, если бы он был нашим подписчиком, хотя, мне кажется, вряд ли. Да уж, вряд ли меня здесь смотрят на Hive MC, потому что здесь очень много иностранных, как бы, наших игроков. Из-за границы, кстати, здесь очень много игроков вот этому вот углу. И мы только что могли, ребят, просто получить кучу фрагов. Так, ждем. И он снова победил, ребят, я не знаю каким образом, но у нас пока что второе место. И мы заканчиваем на этом, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте, пожалуйста, также печеньки в комментариях. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч.